еще множество интересных фактов. Давайте определимся. Вот когда мне говорят, что машина новая не ломается, я говорю, да не, она ни в коем случае не ломается. Да что же вы не говорите? Но только есть маленький нюанс у этой новой машины. Вам эту новую машину необходимо где обслуживать? В наших любимых дилерских центрах. Дилерские центры мне никогда не говорили о том, что все это дешево и далеко не сердито. То есть к вашему новому автомобилю, плюс к тому, что это новый автомобиль, вы еще плюсуете денежки. И некоторые вам говорят, что аж до 5 лет гарантия предстоит. То есть до 5 лет вы будете кормить дилерские центры. То есть к вашему машину стоимость, ну, грубо говоря, 1,5 миллиона, еще, грубо говоря, добавится, ну, может, 1500. Это потому, что вы будете там обслуживать. Какой смысл? Когда можно все это здесь купить дешевле и использовать свои мозги, и зная своих грамотных специалистов, спокойненько там менять и масло, и колодки тормозные, и колеса балансировать, и все остальное. Это обойдется в разы дешевле. То есть мы вам говорим, какие машины вам необходимо покупать. Ну, я не знаю, может быть, вам что-то нравится новое, но зачем? Потому что новое – это то же самое вложение денежных средств. Берите хороший качественный автомобиль Best Auto, потому что он проверенный. Итак, вы стали круче вашего соседа и купили более новый автомобиль. Вам счастье! Вам счастье! И в 97% случаев вы в кредите. Еще раз, счастье! Плюс ипотека, плюс достойный вашего внимания сын или дочка, чье содержание – это те же деньги, и вы в счастье! Уж поверьте, я из той же оперы. Тут ничего нового. Новое включается, когда дума забыла о деньгах. А новое включается, когда под тебя подставился чундрик на девятке, из которой ты сделал АКУ. Но у тебя не было фиксатора. Это я про вас и про себя. Тут еще и с семьей неладно. И что остается? Ничего хорошего. Но ехать-то надо. И слава, что у нас есть Best Auto на Магнитной 111. Как бы вам сказать, что оказывается машина круче соседа здесь есть, но по более адекватной цене. Мало того, есть то, что возит вашу точку от и до, и не за дорого, и не за много. И к слову о виде машины. Здесь хлама нет, здесь ржавчины нет, здесь в масле нет воды, аккумуляторы на ура, подвеска в идеале, банки всем. Пришли с деньгами и мега скидки. Что нужно? Вот куда нужно. За вас все посмотрели, и вы уехали на том, что прослужит ровно столько, сколько новый автомобиль. И вы не будете привязаны к дилерскому сервису. А то! Так вот, самое забавное, что машины здесь не стоят. Они меняются регулярно. То есть, может быть, до того, как мы работали, это было немножко по-другому, но когда мы говорим, то есть даже невзирая на то, что иногда что-то случается с машиной, все-таки определимся. Машина – это транспортное средство. Транспортное средство, оно подвержено воздействию, ну, не только вас, там еще остальные товарищи. Странного поведения бывает, вот лично у меня. И поэтому давайте все-таки определимся, что даже если вы покупаете новую машину, тут рядышком есть торговые центры, примерно 30 машин уже перекрашено. Как это все дело проверяется, вы сразу все это дело не проверите. Уже потом посмотрите, когда краска, в смысле лак слез. Такие вещи, кстати, случаются неоднократно. И моего брата то же самое случилось. То есть вот и вопрос, в чем заключается. Давайте определимся с ценой на новые машины и на бэушные. То есть, в принципе, здесь спокойненько вот такого Peugeot взяли. Цена 360 тысяч рублей. Ездите? Да никаких проблем. Ну, 360 – это не 3 миллиона 600 тысяч рублей. Алло, гараж. Я не буду говорить про базар. Базаром полон интернет. Найти там – это как избавиться от проблем с толстой кишкой. Вы мне не говорите, я там также участвую. Швыр везде. Здесь нет. Нет, и все. И думая о сумме, вы сможете выбрать не один автомобиль, а несколько, зная, что за ними был уход. Я объясняю. Стук в подвеске – замена деталей. Это они делают. Тормоза – замена на свежие. Масло под усталость меняется с фильтром. И далее вы катаетесь. И в некотором смысле это новинка. Про пробег можно по сути забыть. В случае чего даже свечки новые. Еще один весьма интересный вариант. Я про джипы говорю.
Все же хотят ездить на джипах. Это неплохой вариант. Но зачем покупать новинки? Зачем их покупать, когда вот нормальный Nissan Tirana? Ну, в кузове, конечно, немножко в другом. В смысле, это, наверное, своеобразный кузов. Вот, у них там немножко свои тараканы есть. Пожалуйста, берете здесь. Нравится, вот замечательно. Кстати, далеко не плохие автомобили из Китая. Я там был и понимаю, о чем идет речь. Они очень хорошие, они реально хорошие машины. К слову, если денег не хватает, зайдите на второй этаж, здесь рядышком. Практически полное количество банков. Вам гарантирую, что вы получите кредит и возьмете себе нормальный автомобиль, качественный. Неужели мы такие, как немцы? Ну, наверное, да. Внутри каждого сияние. Бегать с пылесосом – это не ваша суть. Ваша суть в разы дешевле оригинала получить его качество. Вот за это здесь отвечают. Итак, вот они машины. Машины разные. Вы даже не подумайте, что их мало. Они меняются, просто меняются. До того, как бы оно не менялось в том количестве. Сегодня сейчас это все меняется. Я даже внезапно посмотрел, и мне реально сильно много чего захотелось. Но есть некоторые машины, ну, как бы вам сказать. Некоторые машины, они, конечно, хороши. Но они, конечно, стоят денег, но не настолько больших, как вы думали. И, в принципе, вы можете их спокойненько купить. А остальное все... Я даже не скажу, что где-то я увидел сумму. Ну, вижу небольшую сумму, всего лишь 1 миллион рублей, но это новинка. Прямо новинка, ну вот просто новинка. А так сумма, в принципе, вполне адекватная. Я не противник перемен. Но в области лучших это Best Auto на магнитной 111. Вы можете поискать БУ в дилерских сервисах, но им фиолетово на состояние. Мы это делали, есть YouTube, посмотрите сами. Это тот же базар, но без хозяина. То есть там вы реально попадаете, и это не очень-то хорошо. Здесь попаданий нет. Нет и все. К слову, есть полный пакет, и не только магнитогорских банковских услуг. Здесь, на магнитной 111, в Best Auto. Собственно, у меня много вопросов, и ответы тоже присутствуют. Где эти ответы присутствуют для любителей автомобилей? Магнитная 111, Best Auto. Вы всегда здесь можете купить то, что вам необходимо. В случае чего даже есть кредитные информационные услуги. И они тоже здесь присутствуют. Я, конечно, все понимаю, но без автомобиля несколько сложновато. Только зачем покупать новый и внедрять какие-то бешеные количества финансовых средств, когда можете себе купить пятилеточку или практически новый автомобиль, но в два раза дешевле. Я считаю, что ваш выбор должен быть именно за Best Auto, который располагается здесь, на магнитной 111.